Ча, у Алисы и Егора. Сегодня мы будем делать эстонский замес. Сегодня Алиса с Егором будут делать десерт по рецепту. Да, по рецепту нашего любимого шеф-повара Джейми Оливера, который называется итонский замес, да? Да. Мама нам для этого приготовила уже вкусняшки безе по основному рецепту Джейми Оливера. Вкусный крем из взбитых сливок, клубники и сахарной пудры. И нарезанную клубнику. Ну и бокалы, где Егор с Алисой будут делать свой десерт. Ну что, приступаем? Да. Да. Алиса, по стеночкам только старайся не размазывать. Красивенько было. Вот, побольше набирай, чтобы он падал. Так, молодчина. Давай, попробуй в бокал попасть. Осторожно, осторожно. Так, молодец. Вот как у Алисы получается. А Егор, смотри, старается. У него даже не одна стеночка. А, только сказал не одна стеночка. И Егор стеночку вымазал чуть-чуть. Ну, ничего страшного. В принципе, так и должно быть. Этот десерт можно подавать как в обыкновенной посуде, в глубокой чашке, так и вот в красивых таких стеклянных бокалах разного объема. Ну, все, наверное, пока хватит. Давай, Егор, покажи Алисе. Как безе? Да, безе туда надо. Или, Алиса, ты сама сломаешь? Нужно поломать. Они очень хрупкие. Да, вот, Алиса, смотри, как Егор. Алиса, смотри, как Егор ломает. Вот туда надо, чтобы насыпалось в бокал. Ну, сдавливай туда, и крошки туда полетят. Да, 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 да. Вот так вот. Вот, я пускаю. Он маленько. Все. А, ты крошки туда хочешь, чтобы попали? Ну, давай. Я у тебя тоже так. Нет, так а это тоже можно опускать, Егор. Это тоже вот должны. Вот это вот. Это тоже да, 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 да. Где кусочек? Тоже. Да, ну бери. У тебя же есть. Тоже ломай. Я только отодвину. Что? А. На салфеточку вытри. Держи. Егор, все, ложи вот эти кусочки. Наоборот, с кусочками должно быть, чтобы красиво было. Алиса, давай ломай тоже. Так. Во, Алиса, как он. Во, молодец, Алиса. У Алисы как получается, прям вот умничка. Так, запихивай. О, молодец, Алиса. Вот у Алисы такими кусочками крупными получается, да? Ой, Егор помельче сделал. А Алиса как у Джейми Оливера покрупнее. Теперь еще. Ну, а теперь подождите, туда надо, наверное, нет, туда клубники. Крем, клубника, потом а, крем, ну, давай. А мне кажется, ну, Алиса, ты клубничку раскладывай по стеночкам. Вот так вот, по стеночкам, чтобы красиво было. Да, а потом кремом вот, ой, молодец. Я гигант. Так. Вот, молодцы. Как у вас получается. Это вам не надо уже? Да нет. Я съела. Съела? Ну ты побольше клубнички пораскладывай вокруг. Вокруг, да. А не вокруг рта. Молодец, Алиса. Ты, наверное, как Джейми Оливер будешь готовить, да? Нет, я буду как Джейми. Потому что я же мальчик, и он мальчик. Да? Егор будет как Джейми Оливер. Алиса? А Алиса будет готовить как Джулия, да? Как Джулия Чайлд. Мы еще не делали видео с Джулией Чайлд, но скоро будем делать, да? Угу. Я еще хочу в рот. Еще хочешь в рот? Ну, давай теперь маленько кремика туда. Добавляй. Вот, давай я тебе еще сюда. Вот. Поближе, поближе, поближе. Так. У меня что-то большие. Ну, ты бери большие. О-о-о. О, вот давай. Ой. Ой, ляпнул его на стол. Намазал. Ляп, ляп, ляп получился. Получился киноляп. Да? Здорово? Да. Может, я и проляпнула? У всех киноляпы скрытые, а у нас киноляп открытый. Да. Да? Так, молодец, Алиса. Нет, только не надо долбить по стеклу, а то стакан, бокал можешь разбить. Оп. Оп, оп.
Так, давай. Еще чуть-чуть. Молодец. Опа. Опа. Так. Еще чуть-чуть. Егор, тебе нужен еще крем? А то Алиса там весь его забирает. Да-да. Алиса, ты все, с кремом заканчивай. Ты давай еще это клубнички поклади чуть-чуть. Так. У нас тут ляпы. Несколько клубничек сверху поклади. Наляпай у нас. Наляпай, наляпай, наляпай. Наляпали, наляпали? Наляпали, намаляпали. Наляпали, намаляпали? Намаляпали, накаляпали? Алиса любит ляпать, маляпать, каляпать. Да? А я не люблю, потому что я не умею. А вот смотри, внизу-то ты наляпал, накаляпал. Нет, это Алиса. Ты? Одну Алиса ляпку сделала, а другую ты. А вон, Алисина на ее чашке, а у тебя на твоей чашке. У нас тут нет ни ляпки. Видите, каждая крошка – это одна ляпка. Ну вот так, такой получился замечательный десерт, итанский замес, который называется по рецепту Джейми Оливера. Кстати, рецепт, если вам понравился будет этого десерта, будет да, в описании под нашим видео внизу. Да подожди ты со своим сердечком. И ты подожди со своим этим. Смотрите, я хочу показать просто, какой получился десерт красивый, да? Вот, покажите, поднимите. Вот такой вот десерт замечательный получился. Красота. Я в свою ляпу залез. А Егор залез в свой ляп, да? Свою ляпу. Он не только получился вкусный и эстетически красивый, да, потому что в бокалы сделали. Название было прикольное. Название понравилось Егору, потому что называется итанский замес, да? Как-то замес мне так вот понравился. А мне понравился больше итанский. А мне замес. Да? Ну вот тут такой рабочий тут такой беспорядок у Алисы с Егором на столе. Каждая крошка это одна ляпа. Да, крошки подъедают. Ну что, друзья, Всем пока, ставьте пальцы вверх, я вам дарю танчики, цифру 9. Подписывайтесь на канал в гостях у Алисы и Егора. И делайте итанский замес по рецепту Джейми Оливера. А мы пошли пробовать его. Пока-пока. Пока-пока.